Привет, ребята, меня зовут Антон Шарапов, и в сегодняшнем видеоблоге мы находимся в барбершопе 5 восьмых, и сегодня с нами Артём Фролов. Всем привет! Какой срок давности у тебя в этой профессии? Слушай, ну в этом году будет уже 17 лет, как я занимаюсь парикмахерингом. Почему ты не называешь это барберингом? Я не привязываюсь никаким названием, как угодно можно называть, хоть, не знаю, конструктор Лего собираешь. Раньше у нас просто, ну, была совсем другая страна, был Советский Союз, и, ну, было разделение там мужского и женского зала. И считалось, если ты, ну, больше женщин стрижешь, ты женский мастер, больше мужчин стрижешь, ну, значит, ты мужской мастер. Я пришел как бы в эту, ну, профессию осознанно, в том плане, что я уже потомственный парикмахер. В каком поколении ты? Четвертый. Ого, ого. Да, так получилось, что, ну, по маминой линии, угу. Мама моя парикмахер. Дальше, собственно, по цепочке бабушка занималась, тоже была мастером. И прадед у меня. Прадед у меня был вот как раз, наверное, цирюльником, барбером. Он был мужским мастером. Поэтому от прадеда у меня остались фамильные ножницы. Двое ножниц. Им уже, ну, достаточно прилично лет. Они, конечно, не стригут, потому что постоянно затачивались, передавались из поколения в поколение. Выбор был мой осознанный, но, ну, это еще будучи в школе. Но я достаточно рано начал работать, вообще привыкал к труду. И часто проводил время, собственно, ребенком у мамы. И видел, как она работает, выступает на конкурсах. Я просто решил попробовать. И думаю, ну не буду же прерывать цепочку эволюционную. И решил попробовать. А мама тебе не говорила: слушай, блин, закончи институт, пожалуйста? Нет, это было еще до института. И стричь я начал, конечно, не сразу. Я, наверное, учился держать ножницы около 4-5 месяцев, только держать. Угу. Вместе с расческой я не подходил к волосам. Ну, как подходил, смотрел, но это было очень тяжело. И вот тогда я для себя понял, что, ну, наверное, за что бы ты в жизни не брался, вот, все будет тяжело. И вот этот момент нужно просто, ну, пережить. Такой вопрос. Как ты думаешь, со временем все-таки барберинг в России, он уйдет куда-то, либо переродится во что-то? Что с ним должно произойти? Ну, я так понимаю, еще сейчас рано говорить об этом, но я думаю, вот что ты видишь через 5 лет? Ну, в какой-то степени, конечно, переродится, потому что... Ну, придет новое поколение. Я считаю, что... Уже через 5 лет? Мне кажется, да. Ну, ты понимаешь, ну, барберинг уже, скажем, 5 лет уже есть. И через 5 лет, а это уже будет 10, придет совершенно другая молодежь, а я считаю, все так, ну, какими-то десятилетиями, да, у нас, ну, измеряется. Ну, да, да. И я вообще убежден, что, конечно, все новое, все, что в мире создается, оно создается именно молодежью. И вряд ли ты или я, ну, я-то уж точно не хотел быть похожим, ну, на своих родителей, ну, внешне, мне да, кажется, вообще просто одеваться, никто не хотел, как они, ходить с такими же стрижками, как они, музыку слушать, нет, у меня все было по-другому. И я убежден, что это все рождается вот через внутреннее противостояние, бунтарство, быть вот... Поэтому, возможно, ребята, которые сейчас подрастают и смотрят, но пока еще не могут там много времени этому уделять, ну и увидят и видео интересные. Сейчас интернет, конечно, дает колоссальную возможность, ну, да, сейчас прокачать еще себя. И у них будет уже новое видение на все. Возможно... Мы увидим скоро новые какие-то версии малетов, я не знаю. Но это было бы, на самом деле, мне кажется, очень круто, по той причине, что изначально, если мы могли с тобой наблюдать первую версию барберинга, это там Александр Пазенко, да? Назову это первой версией, потому что он там ходил по всем барбершопам, которые открывались, они делали стрижки, и вот уже спустя время ты уже можешь посмотреть такой, да, стрижки вроде...
не очень там, да, уже новое поколение, потому что вот на Russian Barbers, да, на сайте там все бьются за качество, ну, то есть лучше, лучше, и я боюсь... Или не боюсь, что через 5 лет, ну, должны прийти мастера или там научиться, которые будут делать, ну, просто на топовом уровне. Но это будет очень круто. То есть, потому что уже есть что смотреть, уже есть куда двигаться. И это очень круто, на самом деле. Сейчас барбершопы, да, они прям отбирают у салонов красоты основную часть клиентов. Ну, основное это отбирает мужскую аудиторию. Да, мужскую, конечно. Потому что, конечно, приходит, нравится какое-то новое пространство. Ну, в какой-то степени, ну, нравится отсутствие, может быть, женщин. Хотя, ну, конечно, у нас есть и барбершопы, которые берут на работу девочек и барберов. А вы, кстати, не берете? Ну, политика моих работодателей, моего руководства, что нет, ну, философия такая, извинения, что здесь женщин быть не должно. Мы не против, конечно, женщина может там, ну, мама может прийти с ребенком, и мы ее там не выгоним. И там парень может прийти с подружкой, но... Ну, есть определенные, как бы, ну, зоны, куда мы не рекомендуем заходить, да, то есть там подойти к креслу и начать давать указания, мы, конечно, не приветствуем. Ну, я думаю, это любому человеку в его работе будет, ну, не совсем комфортно чувствовать, если ему будут указывать, что и как делать. Вот, здесь каждый, ну, отвечает за свой кусочек. В барбершопах, ну, вот они сейчас открываются, в основном... очень много молодых людей. Ну, то есть молодых, ну, назовем так, молодых мужчин до 40. То есть в этой профессии, если я вижу таких людей, там, за 40, ну, их вот маленький процент. Вот молодые, они как бы это движение, скажем так, задают, что ли, получается так. То есть они делают историю, молодые именно. Не люди, как мы привыкли видеть, да, у вот бизнесменов, у кого есть больше бабок, тот и творит историю там, да. А на данный момент я так понимаю, что вот именно молодые. Вот это же получается хорошо, когда у человека есть определенный запал, такая злость, может быть, какая-то. Вот я сейчас всем там все докажу, сейчас мы откроем в центре Москвы, сейчас все будет круто. Ну, это получается здорово, да? Или как? Вот как ты к этому относишься? Ну, я тебе так скажу, я просто видел, когда приходили устраиваться в барбершоп, уже, ну, в возрасте, ну, то есть мастера. К вам? Сюда? Не только сюда. Я работал в разных барбершопах, и везде приходили, хотели устроиться, да, кому вот ты говоришь, там, 40, может быть, даже больше, с опытом люди, нет. А, ну, даже не берут? Да, не берут, потому а что, ну, должна быть вот именно какая-то молодая кровь, понимаешь, а не... Ну, я видел это, то есть я, ну, честно, не спрашивал, почему, но для меня это было как бы все равно вот, ну, не вписываешься, да, поэтому, ну, рад, что в свое время там, может быть, там, и Игорь Федоренко, да, ну, вот, пришел в Щеглово и вот остался, оставили. Ну, я на одном, честно, не зацикливаюсь, с одной стороны, но мне нравится одну технику очень долго оттачивать. Угу. То есть были времена, когда, ну, фейд очень достаточно много для меня значил. Я пробовал его, причем очень пробовал разными машинками, и одной машинкой мог очень долго делать, то есть не брал другую. Потом брал другую и тоже долго ей очень работал, привыкал, понимал, ну, как механизм ее устроен, принцип ее действия. Отличие, но... получается, да? То есть разными машинками получится разный результат, насколько я понимаю. Ну, для меня да. То есть я эту разницу... Ну, может быть, поначалу человек, который, ну, не в теме или у него нет такого опыта, он, может быть, и не поймет. Ну, то есть он может взять ножницы там за 1000 долларов и за 100 рублей. И для него, ну, они... режут волосы, вот. Но разницы он не почувствует. Это только, ну, с опытом приходит. И поэтому, ну, может быть, я приверженец какой-то философии, знаешь, там, Брюса Ли, да, у него было знаменитое там высказывание, я сейчас уже, ну, дословно тебе не скажу, но... Я не бойся одного удара, да, который отработал. Это Антон, да. Слезнев сказал ровным счетом то же самое. Брюс Ли тоже вспомнил. Привет, Антон Слезнев. У тебя есть определенный набор машинок, насколько я понимаю.
Есть ли там любимые? И, грубо говоря... Да, есть одна любимая. Какая? Magic Leap. Wow. Проводная? Да, я работаю только проводными машинками. Почему? Ну, есть аккумуляторные. Возможно, это очень... Ну, может быть, удобно, если ты на какой-то демонстрации где-то стрижешь кого-то под елочкой. Вот. Саня, привет. Привет, Саня. Это удобно. Но в целом, когда ты работаешь, и у тебя большой интенсив, я не хочу, чтобы у меня пошло что-то не так, сел аккумулятор. И мне нужно думать, где же теперь провод достать? Ну, может быть, он рядом, надо подсоединить. В общем, машинка разрядилась. Либо же мне нужно покупать несколько комплектов и постоянно держать их в заряженной обойме. Но я так смотрю, твое же место рабочее там, и там вот не одна машинка. Явно. Да, там просто две похожие машинки, две электромагнитные, Magic Leap и Icon. Детейлер и, собственно, Panasonic беспроводной. Uh-huh. Вот. Ну, собственно, это они лежат в кейсе, в американский кейс под машинки специальные. Ну, получается, ты видишь разницу с плоским ножом машинка там? Или, да, или... да, разница есть, безусловно. У каждого производителя есть определенный... Там же на самом деле маленький нюанс получается. И вот, я так понимаю, фишка в том, чтобы видеть в этих нюансах, да, как можно сделать быстрее, как можно сделать качественнее, вот какие-то вот детальки получаются, да, и получается на Magic Leap, да, у тебя? Угу. Вот, у тебя там плоский нож. Ну, да, плоский нож, на нем еще есть гравировка, это любимая подарила, и выгравировала на ноже мне, то есть, мою фамилию с буковкой Е на конце. Блин, это вообще на самом деле, мне кажется, иметь гравированный нож, это круто очень. Получается, ты сказал, что у тебя есть любимые мастера, да? А более любимые, это иностранцы? Или нет? Да. Ты можешь назвать кого-то? Учителя, наверное, скорее всего, мои. А, твои учителя? Да, я, просто они же, и действующие мастера. Но для меня тоже очень важно, что человек не уходит во что-то одно полностью. То есть он там был мастером, потом стал преподавать и больше не практикует. То есть я вот как барбер, да, и как барбер-тренер, мне предлагают заниматься, например, предлагают заниматься только обучением. Да. Я сказал, что нет. То есть да, мастер без практики постоянной, мне этого не хватает. Но мне, с одной стороны, как этого не хватает, с другой стороны, мне недостаточно просто стричь. Поэтому я очень много генерирую и часто вдохновляюсь многими вещами, то есть расширяю свое сознание и пытаюсь соединять очень несоединяемые вещи, может быть, для кого-то. И вот так, например, конечно, моя борода, которую я сделал на батле, на последнем, это было придумано здесь, в этом пространстве, очень просто. То есть я делал стрик-форму, делал модель свою, а на заднем плане барбер-пулк крутился. И я просто спроецировал и попробовал. И эта идея очень так понравилась, ее подхватили, и я стал новую услугу сейчас пытаюсь вести в барбер-шоп. Может быть, такой, грим волос или бороды. Забавно. Расскажи, пожалуйста, про барбершоп 5/8, где мы сейчас находимся. Mm-hmm. Здесь нереально уютно, нереально круто. Вот. Это очень прикольное заведение. Я уже отснял все это, обязательно покажу. Ребята, которым, собственно, принадлежит это пространство, эти пространства, то они просто занимаются... бизнесом в сфере лофтов.
ребята занимаются лофтами, и уже как бы собаку на этом съели. И они не просто занимаются, они еще и производят вот эту мебель. Ого. Даже вот, значит, настоящее вот это дерево, к которому можно прикоснуться. Все это можно купить в определенном магазине, который им принадлежит. Они делают для барбершопов что-то? Ты знаешь, нет, они производят мебель для лофт, ну, то есть для лофт-дизайна. Ну, у них так просто называется, да, есть магазин лофт-дизайн, вот, и, собственно, там начиная, вот, все, что ты видишь здесь, это абсолютно, вот, доски, вот эти тележки, диваны, даже вот зеркала и лампочки. Это просто нереально круто, обязательно покажу. И такие зеркала ты можешь даже где-нибудь увидеть в центре Москвы в крутых пабах. Если мы коротко можем пройтись, в каких местах ты работал? Про барбершоп. Да, давай сейчас. Это был The King Barbershop. The King. Это первый в Химках, поскольку я сам из Химок, Московской области. То, собственно, первый вот барбершоп, в котором на райончике начинал. И уже параллельно работал в Щегле. Вот. А потом уже это 5/8. Ну, надо начинать с выбора профессионального места. Ну, ты можешь быть самоучкой, и вопрос, как долго вот ты будешь самоучительством заниматься, набивать вот эти шишки. То есть ты можешь сэкономить, но если ты для себя решил, что ты хочешь этим действительно заниматься, то инвестировать в себя нужно. И в первую очередь в образование. Ну, качество образования у нас, конечно, сейчас не на самом лучшем уровне. Ну, у нас нет специализированных, да, там прям уж крутых академий, школ. Ну, они есть. Они есть, но вопрос крутости. Да. Поэтому, ну, то есть при сетевых каких-то историях есть свои академии. Вот. Но чтобы это, знаешь, был какой-то отдельный институт. Типа МГУ, ты прямо отучился. Ну, даже Академия Долорес, если мы его возьмем, да, то есть известная на всю нашу замечательную страну. Ну вот нет академии как бы барберинга, да, и кто бы ее мог бы вот, ну, возглавить, да, с каким-то известным именем. Я боюсь, что туда либо могут прийти люди с большими деньгами, но при этом с какими-то просадами в обучении, скажем так. Либо туда просто могут прийти, наоборот, дилетанты. Это вот очень сложно. Тут, к сожалению, мне кажется, в России либо у людей есть деньги, они делают бизнес, либо у людей денег нет, они пытаются делать бизнес, но это выглядит, ну, хреново. То есть какой-то вот такой вот золотой середины, чтобы чувак был молодец, и есть второй чувак, который вкладывает в него деньги. Вот встречается, бесспорно встречается, но очень мало. Это был момент, что стоит делать, что не стоит делать. Ну, не стоит думать, если ты придешь в эту профессию, что ты будешь миллионы зарабатывать. Не стоит думать, что через год ты будешь супер прокачанным чуваком. Везде есть, конечно, таланты, есть самородки, но их мало. Конечно, нужно очень много работать и трудиться. И порой бывает, что я по 20 часов, и такое было, такие марафоны, ну, не отходя от кресла. И это, ну, только труд, усердие и любовь к тому, что ты делаешь. И, конечно, ответственность, потому что, как мы с тобой в начале нашей беседы, ты сказал про то, вот, а через 5 лет придут другие. И мне очень хочется оставить после себя какой-то задел. Хочется оставить хороший пример для ребят, потому что кто-то придет просто поиграться в эту профессию. И таких, ну, такие тоже будут. Но, возможно, те, кто придет поиграться, может быть, посмотрят твои интервью, и у них изменится отношение. Потому что, ну, это путь не совсем правильный. Там пробовать надо. Но нужно максимально, вот это как ножницы я учился держать, понимаешь, столько времени. И меня еще не подпускали к стрижкам. То есть хотелось бросить, потому что, ну, черт возьми, вы меня не пускаете стричь, а я уже хочу стричь. Нет. И сиди, и учись, ну, щелкать ножницами, держать их в руке. Сейчас, ну, понимаешь, за полтора месяца
из тебя уже делают боевую единицу. Я сомневаюсь, ну, конечно, что можно прям вот в интенсиве очень так много дать. Я не, пока не вижу ни в одной школе, чтобы это так было. Это, знаешь, у меня просто есть друзья, которые, ну, летчики по профессии. И, ну, насколько я знаю, у нас там это как с автомобильными правами. Ты вот 20 часов там отъездил образно, и тебе, ну, пошел и сдал на права. Там есть какая-то норма. И вот в авиацию, в нашей отечественной, тоже, знаешь, какое-то небольшое вот налетал количество часов там на тренажерах, сдал экзамены и все. Ну, можешь по стране летать. Ну, за границу тебя не выпустят. А там уже другая лицензия, знаешь, нужна, и другие совершенно. То есть за границей ты пока там, ну, не отфигачишь нормально, там год на тренажерах, но не месяц, у тебя как бы... И вот сразу качество чувствуется в выпускаемых. Как бы. Можно, конечно, идти по пути, ну вот, быстрее бабло заработать, быстрее всех отучить. Ну, это не мой путь. Поэтому не стоит просто строить себе иллюзии о том, что вот будет все. Это только надо набраться очень много терпения, потому что, ну, профессия такова у нас. Ну, мы ремесленники, мы делаем вот руками. Ты как бы, ну, не робот. То есть ты можешь выйти на какой-то этап, что ты будешь как штамповать что-то, но рано или поздно, ну, все закончится, ну, для меня. Ну, это мое мнение. Либо же попробовать действительно слушать себя, учиться, набираться опыта во всем, в каждом дне. Уважать просто себя, уважать место, в котором, ну, ты работаешь, дружить со всеми. Для меня, ну, путь вот успешного барберинга в России – это общение, дружба вот с такими хорошими ребятами, как ты, которые, ну, правильные вещи делают. Дамы и господа, это был Артем Фролов, барбершоп 5 8. Йоу, спасибо.